Дорога к цели лежит порой в стороне от асфальтовых трасс. Но если пройти ее необходимо, вам поможет в этом семейство советских вездеходов. Неоднократные победители международных кроссов в классе 4x4 – автомобили УАЗ. «Чайка» – эмблема УАЗа, автомобильного завода города Ульяновска, стоящего на берегах Великой Русской реки Волги. Высокое качество ульяновских машин закладывается на всех этапах заводского конвейера благодаря применению эффективных современных технологий. Бездорожье – стихия УАЗа. Самый тяжелый грунт становится проходимым для этих машин благодаря двум ведущим мостам. Главные передачи и дифференциалы мостов унифицированы, что заметно упрощает их обслуживание. Водная гладь тоже может стать проезжей дорогой, во всяком случае для УАЗа. Эти машины легко преодолевают брод, недоступный для других автомобилей подобного класса. Оптимизированная конструкция главной передачи рассчитана на работу в условиях постоянных перегрузок и обладает повышенным запасом прочности. Надежная двухконтурная тормозная система – залог безопасности автомобиля. Снабженные вакуумным усилителем, тормоза УАЗа просты в управлении и безотказны в работе. Основа всех вездеходов марки УАЗ – жесткая стальная рама, обеспечивающая супервыносливость этих автомобилей. Вот где сказываются преимущества ведущего переднего моста. Чем труднее путь, тем больше шансов пройти его только на УАЗе. Двигатель на автомобилях УАЗ устанавливается универсальный, оснащенный бесконтактной системой зажигания. Дефорсированный, повышенного ресурса, он исправно работает на низкооктановых бензинах. Ульяновские вездеходы предназначены для работы в разных климатических зонах. Автомобили УАЗ – это надежность, прочность и простота обслуживания. Ульяновские автомобилестроители предлагают также собранные на базе унифицированного шасси 4 грузовых модели автомобиля УАЗ.
800 килограммов груза легко доставит по назначению УАЗ-вездеход-фургон. Там, где большой грузовой автомобиль окажется неэкономичным, а легковому не проехать, прекрасно справится с делом мини-грузовик УАЗ с открытой платформой. Санитарный автомобиль-вездеход. Оборудован 4 съемными носилками. Но может также использоваться и для перевозки сидячих больных. Особо пригоден, как скорая помощь в районах стихийных бедствий. И, наконец, микроавтобус УАЗ. 10 пассажиров, 100 килограммов груза, комфорт и быстрота доставки по любой дороге. Каждый 5-й вездеход, изготовленный на Ульяновском автозаводе, покупается иностранной фирмой. Испытайте сами достоинство этой машины, и волжская чайка принесет вам удачу.